Принято решение о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования. Он приводится в соответствие с вступившими в силу новшествами федерального и краевого законодательства. Муниципальные выборы возвращены в мажоритарную систему абсолютного большинства, когда избиратель голосует за конкретного кандидата в главы муниципального образования и депутаты совета, а не за обезличенный партийный список. Звание почетный гражданин муниципального образования город-курорт Анапа удостоены заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный работник курортов и туризма Кубани, кавалер Ордена Дружбы, кандидат медицинских наук, генеральный директор санатория Анапа Борис Рогозян и руководитель городского народного концертного духового оркестра Валерий Степанов. Медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа награждены заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани, исполнительный директор Анапа Гургаз Надежда Баклина, преподаватель детской школы искусств номер 1 Марина Кашуба и кавалер медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени директор санатория «Аквамарин» Георгий Сингеров. Принято решение о частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц. Внесены изменения в положение об управлении имущественных отношений и прогнозный план приватизации. Депутаты заслушали отчет об исполнении бюджета муниципального образования на первое полугодие 2014 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, исполнение по доходам составило 113,7%, по расходам 108,8%. Расходы по отраслям социально-культурной сферы на 16,5% выше расходов за аналогичный период прошлого года. Их удельный вес в общей сумме расходов составил 76,3%.